Марафон открытых эфиров продолжается в столице Чувашии. На этот раз чебоксарские школьники сыграли в интеллектуальную игру «Quiz Please» онлайн. Юлия Важенина проверила свои знания вместе с участниками. Несмотря на то, что у нас режим изоляции, управление образования администрации города Чебоксары хочет, чтобы вы проводили время с пользой и не только развлекаться, но и, собственно, познавать. Поэтому прямо сейчас, сегодня, здесь мы сыграем с вами в интеллектуальную развлекательную игру. Давайте начинать. Раунд номер один. Разминка для везучих. Квиз! Квиз! 7 раундов по 6 вопросов. Так выглядит «Quiz Please». Вопросы касались абсолютно разных направлений этой темы школьной программы. Задания на знание истории Великой Отечественной войны и безопасность дорожного движения. Как пешеходу наиболее безопасно двигаться вдоль дороги при отсутствии тротуара? А. По обочине лицом к движущемуся транспорту. Б. По обочине спиной к движущемуся транспорту. В. Посередине дороги спиной к движущемуся транспорту. Г. Посередине дороги лицом к движущемуся транспорту. 20 команд из разных школ столицы Чувашии сразились в интеллектуальной битве. Чтобы сыграть, участникам понадобился только интернет. Школьные команды собирались в приложении Zoom или Skype и дружно отвечали на вопросы, не выходя из дома. Сейчас такое время, когда дети вынуждены сидеть дома, поэтому мы выбрали именно эту игру. Дети могут, сидя дома, участвовать, собираться в команды и общаться между собой. Игра прошла в рамках марафона открытых эфиров. Чтобы школьники не скучали дома, для них организованы онлайн-встречи с интересными людьми столицы Чувашии. А с этого дня к ним подключится еще один проект «Профсреда». Каждый день в 16 часов ученики 7-11 классов будут встречаться с представителями техникумов и колледжей. Их цель – помочь обучающимся и прежде всего выпускникам 9 классов в выборе будущей профессии. Юлия Важенина, Юрий Марков, Республика.